В Славянске на Кубани в этом году появилась еще одна хорошая традиция. Каждые выходные в парке имени Григория Пономаренко проходит концерт выходного дня. Праздничное настроение славянцам создают лучшие творческие коллективы района. С подробностями Анна Монастыренко. Одиннадцать часов утра. В парке имени Григория Пономаренко дает часовой концерт городской духовой оркестр. Свое творчество артисты с радостью дарят людям. Обычные выходные дни благодаря им превращаются в настоящие праздники. Наша работа – это давать людям радость музыки. Внимание особое мы не привлекаем такого, но народ собирается к нам, приходит, смотрит, улыбается, аплодирует. Репертуар в основном народный. Вальс, русская музыка, танцевальная. Послушать выступления артистов и даже потанцевать под живую музыку могут все желающие. Спеша по своим делам, славянцы с удовольствием останавливаются, чтобы насладиться концертом под открытым небом. Приятная, конечно, атмосфера очень. Ты просто идешь, музыка хорошо, далеко играет, слышно отлично, настроение заряжает, поэтому... Это нужно, обязательно. Концерты выходного дня проходят каждую субботу и воскресенье с 11 до 12 часов дня. Праздничное настроение жителям создают лучшие творческие коллективы района. Вечерняя программа выходных не менее интересна. По субботам на Театральной площади проходит мероприятие «Летний семейный выходной». Для юных жителей нашего города работают всевозможные тематические станции, интерактивные площадки, проводятся конкурсы и дискотеки. Одним словом, скучать не приходится ни детям, ни взрослым. Анна Монастыренко, Александр Косицын. Программа «События».